Всем привет! Я Фогель и совсем недавно стал частью большой семьи ED Symbols. Компания ED Symbols работает с 2010 года и за это время успела набрать немалое количество поклонников и эндорсеров. Ребята делают тарелки из сплава B8 и на данный момент у них есть целых 4 полноценных серии – Кристалл, Легат, Империал и Альянс. Помимо этого, ребята делают частенько тарелки не серийные, и я не мог не воспользоваться возможностью, чтобы не заказать у них кастомное железо. Для себя я выбрал серию Legat. Это очень яркие, очень взрывные, очень мощные тарелки с отличным саундом, что, собственно, мне и надо. Кстати, присутствует 14-й хай-хет с волнистой нижней тарелкой, 18-й и 19-й стандартные крэши, 21-й спешл райд с большим куполом, кастомная 19-я чайна и кастомный 18-й крэш. Ну и хотелось бы поблагодарить компанию ED Symbols за отличный сет тарелок, который они выполнили по моему заказу.